the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. I've been living. Shit's too serious, but I can't. Геологические условия сохранения таких мегафосилий очень плохие. Нету тут вечной мерзлоты. Несколько раз на нашу территорию двигались ледники, потом они таяли. И эти талые воды очень сильно текли, и они вот эти все остатки мегафауны, фосильные остатки просто перемололи, переломали и перенесли куда-то в другое место и там отложили. Так что у Вильнюсской находки вот эти концы длинные были поломаны, и они такие как бы потрескавшиеся. Здесь это ворота для меня, остальным сюда ходить как бы не надо. И почему воротами у нас служит фасильный остаток степного бизона? Потому что это прадед наших изубров. И поэтому мы хотели еще показать, что мамонты не жили одни, они жили в таких широких тундростепях, еще называемых мамонтовыми степями. Но с ними вместе жили другие травоядные, и было несколько хищников. Интересный факт об этих степных бизонах, что неважно какого они возраста, сколько им лет, расстояние между концами рогов всегда 1 метр. Никто не знает почему так, но все находки именно так свидетельствуют. Если дальше смотреть и рассказывать про эти дивни, то вот здесь есть рисунок, который вам поможет понять, как это происходит. Потому что у нас здесь не получилось, где я стою, должны быть толстые концы дивня, но они только валятся на витрину, потому что натурально так изогнуты, что так не поставишь. То из головы мамонта они выходят в ту сторону, потом сходятся обратно. Чем старше мамонт, тем ближе к концу длины сходятся. И
Люди иногда называют это любыми плитами, но это неправильное название, потому что это разбились не из плитков, а из второй пары вот этих зубов, которые у нас вот передняя, центральная, потом вторая пара. И они как бы наши зубы имеют определенные пустоты. Если бы мамонты ходили к зубному врачу, то врачи хорошо бы зарабатывали, потому что вот видите, какую пломбу им бы надо было вставлять, чтобы зубы не болели. Но это вот этот гель, он пустой, пока выходит на дневную поверхность из-под кожи волосатой этой. А дальше вот здесь, если посмотреть цвет, он выглядит полный есть и выглядит как дерево, как срезанное дерево. И вот это годовые кольца, как у дерева, означает, что одно кольцо – это один год жизни мамонта. Поэтому сосчитать, сколько было лет одному или другому индивиду, очень просто. Сосчитали и знаем. Если рассказывать про эту вирусную находку, так уже год я упомянула, когда найдена, нашли тогда, когда прокладывали траншеи для коммуникации. И здесь вот есть рисунок, который иллюстрирует, как мы документируем и все находки, найденные в природе, и также иллюстрирует конкретно, как был найден находка Винницкого мамонта. Вот здесь труба нарисована. Так вот, когда клали эту трубу, то рабочие говорили, что только как трубу положили, так ничего не было, а как трубу клали, из земли выпрыгнула большая кость. Но они поняли что-то интересное, сообщили ученым, собралась большая толпа. Историки, археологи, географы, зоологи, геологи, палеонтологи и попросили им разрешить, ну, остановить немножко работы, покопать глубже. Когда прокопали глубину еще одну, 1 метр, то и нашли вот оба бивня, нижнюю челюсть, ту же переднюю правую ногу, кость этой ноги откопали, хотя часть поломанная от этой трубы, и заднюю правую ногу также. Потом был найден еще позвонок в шее один. И вот почему мы так это все документируем. Если вам видно, то у каждой находки есть цифра. Эту цифру мы пишем и в этикетку, и прикрепляем к находке, потому что повторить вот такую раскопку уже невозможно. Раз уже там теперь даже вас откопаем, в том же месте, но уже ничего не найдем, потому что находки увезены. И для будущих поколений, так как метод изучения меняется, и надо оставить информацию, вот, привязки к природным условиям, чтобы будущие ученые могли использовать для своих исследований. Из той же статьи, которую публиковали три ученые, один был археолог-историк, другой зоолог, третий был работающий на нашей кафедре биолог-палеонтолог, вся эта статья, она отражает тогдашнее понимание мамонта, а и уже некоторые термины не такие, но картинки, вот рисунки, они иллюстрации, они говорят то же самое, что и тогда. Здесь мы видим вырезок такой 3D или логограмму улицы Смелев в Вильнюсе, и тут видно долина русла, вернее, реки Нерис теперешняя, здесь теперешний уровень воды, а вот в этом месте был найден находка Вильнюсского мамонта. Он лежал на правом боку, вода текла ему в спину, и в то время, когда мамонты здесь ходили, вот этого русла еще не было. Это была вот такая плоская, ровная продолина реки Нерис, по которой текли очень на правом боку, то правую сторону он сумел, пока разрушились мягкие ткани, вдавить в эту рытву и горную породу, а в левую сторону вода просто внесла, перемолола, переложила. И теперь в гравийных карьерах можно найти такие остатки сильные, то такие, то побольше. Также находим и зубы мамонта, и обломки зубов. Здесь еще видна фотография этой находки. Если посмотрим на полный скелет мамонта, то здесь много костей, все с названиями. Это студенты медицинского факультета, когда приходят, все таких костей на латыни знают и говорят, вот как у человека. На самом деле очень похоже, потому что и мы, и они, млекопитающиеся. И не важно, что он ходит на 4 ногах, передние пара конечностей можно трактовать как наши руки.
Потому что если смотреть на скелет, то здесь локтевая кость есть, как и у нас. Если смотреть на пятку эту, то больше напоминает нашу ладошку. Кости так расположены задние лапы, то как и у нас ноги. Вот есть эта чаша коленная и нога, сама пятка уже как и наша пятка. У мамонтов были короткие хвосты, очень, потому что они ему просто не были нужны кого-то, чего-то гонять, так как у них была очень толстая кожа и очень такая волосатая шерсть. И когда они уже эволюционировали, становились слонами, то хвост не менялся. У индийского мамонта слона похожа на ситку, хвостик, а у африканского еще длиннее. И если вот вы смотрите на скелет, не создается вам впечатление, что он ходит на цепочке, как будто рука. Но это только скелет, как выглядит. А на самом деле у них рука, как у слона, и они хотели лошади. И здесь у них очень интересный материал, очень хороший амортизатор, можно так говорить, и поэтому такие большие животные жили, ходили, и как мы находим посильные кости, они без всяких повреждений в местах суставов. Так что можно из них поучиться, как делать обувь, чтобы потом в старости не надо было менять бедренные суставы. Здесь мы вам хотели показать с близкого расстояния, как выглядят зубы мамонта. Здесь есть как бы срез верхней части черепа. И тут мы видим зубы на верхней челюсти. Это должно было бы стоять вот так вертикально, но тогда зубов не видно. Отсюда уходил вниз бивень, а вот от этой кости уходил вниз хобот. А зубы тут, если смотреть, мы видим, что есть два почти одинаковых зуба. И это нам подсказывает, что этот мамонт был где-то 20 лет возраста. Мамонты, почему мы так говорим, потому что зубы почти одинаковые. Известно, что мамонты за свою жизнь 6 раз меняют зубы, и эта смена зубов происходит очень интересно. Ну, хотя передние ноги похожи на наши руки, но они все равно не могут зуб пошевелить, чтобы он выпал. У вас уже, наверное, произошло смена. И этот, который глубже во рту зуб есть, он увеличивается и выдавливает передний зуб. Когда это случается, уже передний зуб выпал, то зубы меняются, вырастают новые, и с каждой сменой вот этот передний зуб, он все меньше и меньше становится. И когда последний раз, шестой меняет, то только в одной челюсти вырастает вообще один зуб. Так что у полностью взрослого мамонта во рту есть 4 зуба. И если присчитать вот эти, так сказать, бивни, то получается, что у него есть 6 зубов. Мамонты, как и мы, дышали двумя путями, это значит через нос и через рот, но носом у него служил хобот. Вот здесь нету, но вот в кости видно вот такой канальчик, по которому воздух поступал сюда, изо рта тоже сюда поступал, эта полость называется носовой полостью. Здесь мы видим место, где лежал мозг мамонта, одно полушарие мозга здесь, вот в этом ровном месте. Раньше, пока не было найдено вот таких осколков черепа, где видно точно, где был мозг, то люди думали, что вот это все, это мозг мамонта. И говорили, что ой, такой большой мозг, наверное, мамонт очень умный и, наверное, и разговаривает. Но оказывается, что здесь и при жизни мамонта были только такие пустоты, в которых ничего больше, кроме воздуха, не было. И это позволяло голову мамонту держать прямо. Потому что если впереди вот такие бивни, то попробуй выдержать голову, если здесь нет равновесия какого-то. Природа всегда придумывает и делает так, чтобы всем было удобно. Так что мамонты, несмотря на такие большие бивни, могли бегать очень быстро, человека запросто догнали. И если посмотреть на другой обломок черепа мамонта, то тут уже мы видим, где выход от бивней, вот один здесь, другой здесь. Здесь был хобот, но обратите внимание на этот
не учились, и тут мы видим уже, что точно только один был. Значит, это мама уже был, поменял. Нет, вы слышали, да, что говорят? И поэтому уже больше зубов он сменять не сможет, и с ними надо будет прожить всю оставшуюся жизнь. И если сравнивать хозяина этой головы с хозяином той головы, то это намного старше. Если еще не устали, могу рассказать про находки. А за спиной что это такое? Это тоже били, но это потом по делу. Расскажите, пожалуйста, почему их называли там, потому что прочитать дети в состоянии имена. Но почему их называли человеческими именами? Потому что вот много этих Василий, особенно мумий мамонтов, находили дети, которые зимой, так как у них родители кочевники, они со стадами оленей постоянно кочуют, а дети зимой остаются в интернатах, учатся, или с бабушками, с дедушками в этих постоянных домах в поселке живет и тоже ходит в школу. Весной, когда их из школы отпускают, они едут к родителям в тундру, там бегают, играют, и, как всегда, дети очень любопытные, все что-то находят. Вот эту мумию нашел мальчик Дима, поэтому он называется мумонтенок Дима, но в кавычках, на самом деле его Димой никто не крестит. Да? Мамонты жили очень по-разному, есть находки найденные, которые свидетельствуют, что они были 100 с лишним лет возраста, чуть побольше, но это редкие находки. Чуть больше находок находим, которые жили 90 лет, но основная масса была такая, которая жила по 70 лет. Да, ну тут вопрос, когда умер последний мамонт? Я что-то слышала, что 100 лет назад, вроде там какой-то один был. Нет, 100 лет назад не мог мамонт умереть, потому что по данным сегодняшнего дня еще новых никаких не поступало. Последний, ну, известный находка, самая молодая, то есть ближе к нам жившая, это датируется 10 тысяч лет тому назад и была найдена на острове Врангель. Да? Вы знаете, что один биллинг мамонта весит 65 килограмм? 65 мы увидим на самом деле. Это тоже примерно так же, наверное, как бы биллинг. Вот. Если про находки рассказывать, то они нам свидетельствуют, ну, каждая находка давала науке что-то новое, чтобы познать мамонтов и решить, откуда же они произошли и что из них происходит. Если про фасилии, то надо их делить на две большие группы, есть скелеты и есть мумии. Скелеты остаются из бывшего живого существа, когда он захороняется в местах геологических, где к нему, к этому погибшему животному, попадает достаточно кислорода. И тогда мягкие ткани превращаются в хумус и остается только скелет. Но если он захороняется так, что воздух к нему не попадает, кислород, то тогда формируется мумия. И если это происходит в жарких и сухих климатических условиях, то мы имеем эти засушенные мумии, которые люди отождествляют с мумиями фараонов. А мумии фараонов, они все почему запутаны во что-то? Запутаны, потому что уже тогда люди знали, понимали, что если сделать так, что воздух с кислородом туда не поступит, значит сформируется мумия. А есть такой специфический геологическим условием регион, где есть вечная мерзлота. Так вот там мумия формируется с помощью холода, замораживания. Но это происходит так же, как вы вот положили в морозилку мясо, допустим, забудьте его на полгода, с такого куска найдете такое. Но это хорошо то, что когда его оттаиваешь, он опять превращается в тот же кусок, который был. То же самое и с этими мумиями, которые сформировала вечная мерзлота. Они хороши тем, что можно их оттаивать и из них что-то делать, изучать и что-то другое делать. Ну, если интересно, так могу рассказывать, если нет, так можем идти. Кто-то слушает, ну, может, расскажу. Они нам минералы, они слышат, они у нас... Ну, давайте, конечно, это расскажите. Поколение Z. Если никуда не торопитесь, так у нас как-то расскажут. Вот первые находки, которые уже ученым вызвали сомнения, слон или не слон,
было найдено в 1629 году в Сибири. Ну и ученые смотрели, словно почему он в таких холодных краях, где ему не суждено быть, и все-таки решили, что это все-таки слон. А объяснение, почему он туда попал, приняли такое, что это бывший пассажир Ноева ковчега и оставлен там за какие-то грехи и замерз. А первая находка, которая уже дала понять, что это точно не слон, это Адамса, мамонт так называемый, найден в 1799 году, где-то реки Лемес. И его, как нашли, сообщили в Академии наук, тогда выслали ученого Адамса, который был ботаник, но другого не было. И он туда добрался только в 1806 году. И охотники показали ему, где находка была, все было хорошо, нашли, откопали. Но когда надо было везти, то там местный транспорт только эти собачьи упряжки и оленьи упряжки, санки маленькие, то пришлось некоторые части делить пополам, чтобы можно было вывезти. С большими сложностями привезли Питер и там отдали Телесусу, который начал его собирать как скелет. Не знал, как это делать, но походил по кунсткамерам, где мож, и вот одного нашел скелет слона, и тогда начал собирать, все ему подошло. И только сделал одну ошибку, что левый билин поставил на место правого и наоборот. И у него мамонт получился вот такой злой злюк. И так как у этой наводки один бок был оставшийся в виде мумии, значит, осталась и кожа, и шерсть, и видно было, что это точно не слон. И этот экспонат так и стоял, скелет, и наброшена эта шкура. Так художник рисовал его, но для вас такой злой, значит, должен за кем-то гоняться. Угу. Поэтому дорисовал, что людей гоняет. Но это только выдумка художника. После того прошло 100 лет, пока нашли мумию, где бивни из черепа не были выпавшие. И когда увидели, как на самом деле должно быть, все в музее поменяли свои скелеты, которые имелись. Это был находка мамонт березовки, так называемый. И еще интересно то, что как его эту мумию нашли, у него был полный хобот оставшийся. Но пока ученые приехали, то дикие звери часть хобота съели. Это было очень жалко. И этот мамонт погиб очень резко. Он упал куда-то, что сразу ему не хватило воздуха, он задохнулся. И глотал траву во время того, как уже погибал, и не успел проглотить, так трава и осталась между языком и верхним зубом застряла. Потом будет немножко о этой мумии, вот мамонтенок Дима, который погиб 7-8 месяцев был только возраста, но эту мумию нашел мальчик Дима, поэтому называется мамонтенок Дима. И это была первая находка, где сохранилось полное тело мамонта, хотя маленький, но все равно внешняя структура, как тело все выглядит, было видно, и внутренние органы, как расположены, было видно. Маша, маленькая девчонка мамонта, это 3-4 месяцев погибла, потому что у нее была очень сильно повреждена нога, и она не могла ходить. Отсюда ученые сделали вывод, что если младенческие мамонтенки погибали из-за того, что не могли ходить, это не ребенок обезьяны, который может его поносить, пока пусть растется. И следующая вот мумия, это тоже маленькая девчонка, Любой называет, тоже очень хорошо видит, сохранилась, весь мамонтенок хорошо виден. Она погибла тоже 3-4 месяцев возраста была. Нашел охотник, взрослый человек, который не согласился, чтобы его именем ее назвали. Когда ученые начали исследовать, то нашли, что ее желудок полный материнского молока. Молоко замерзшее, и ученые часть этого содержания желудка оттаяли и могли изучить состав мамонта. И тогда для этого обратились к этому, который нашел, говорит, ну тут мама, молоко, кормление, может сам не хочет, может разрешить назвать или не назвать.
сказал, что это была согласна. Поэтому мы его не знаем, да, момент. И как я могу сказать маленькому? Это мама Яков. Яков — это фамилия людей. Их младший сын Семен, когда ему было 9 лет, играя в тундре, нашел эту находку, увидел, что из крутого слона торчит концевидник, и сказал старшему брату, так что там рядом было видно, что есть шерсть, есть мягкие ткани, сказал старшему брату, тот сообщил ученым, не Курск, но те не приехали почему-то долго, и они решили обратиться к французу, который там уже живет в Катанге и интересуется очень находками мамонта, считает себя охотником на мамонтов. Он сразу организовал экспедицию международную, позвал репортеров Discovery. И вот это все, как происходило раскопки, как его транспортировали, заснято у нас, ну, в том же времени, как бы шла съемка вживую, только единственную сцену Семен сыграл по новой, как он его находит. И если хотите посмотреть этот фильм, если вести в Google «Мамонт Яркова», то выпрыгивали даже эта ссылка, где можно посмотреть этот фильм, но у меня он один раз эта ссылка открывается, другой раз не открывается. Ну, как немножко терпения, то тогда можно посмотреть. И с этой находки пошли разговоры о возможности клонировать мамонта, потому что... И да, тема клонирования мамонтов. Западные ученые впервые, наверное, увидели вот такие мумии, которые можно отаривать и получить почти свежее мясо. Российские ученые на то говорили, что непонятно, жива ли клетка, если столько тысяч лет пролежал в речной кислоте. Но они говорили, мы ничего сделаем по частям, потом геноинженерия и сможем это сделать. Вот разговор о клонировании пошли с этой находки. Потом вот Якова, якукагирский мамонт, это по платоне Кагир, найдена была очень хорошо сохранившаяся голова. Один не выпавший из черепа был, другой рядом лежал. И вот в той хорошо сохранившейся голове, там уже, наверное, один шанс из миллиона, что можно было найти вот такую находку. У этого самца, как он погибал, была открывшаяся временная железа, которая и у слонов, и у мамонтов, у самцов открывается только во время брачного периода. Потом закрывается, вы ищите хоть шлюпой, хоть микроскопом, ничего там не увидите. И тот такой шанс, что вот нашли мумию с этой открывшейся временной железой, это показывает, что слоны, у слонов физиология такая же, как у мамонтов. Еще одно доказательство, что они именно произошли из мамонтов. Также очень хорошо сохранилось один глаз, вот как смотришь на фотографию, кажется, он на тебя смотрит. Полностью весь глаз, там можно, его, естественно, никто не резал, с помощью приборов изучили все строение глаза мамонтов. Также найден было ухо, и раньше ученые говорили, что у мамонтов маленькие уши были. Но здесь, если считать, что понимать, что это существо весило 8 тонн, то тут точно не ухо, а только ушко, да, маленькое ушко. И потом, как вот у них хвосты вырастали, как превращались в слонов, потом в больше, и уши тоже видели, какие уши у африканских слонов. И также в нем был найден желудок и часть кишечника, и желудка, ученые смогли восстановить, что же росло в этих мамонтовых тундрах. Было точно доказано, столько росли только травы, и если там он был съевший траву, погиб, пока переваривание не началось. Когда переваривали эти растения, которые там были, то если цветущий был, то лепестки цветов были такого же цвета, как бы только что сорвали. Хотя этот мамонт погиб 22,5 тысячи лет тому назад. Очень хорошо законсервировалось. У меня вопрос. Мамонта можно планировать как-то, не сделать так, чтобы сон... от самого мамонта каким-то образом сделать так, чтобы он родил меня. Сейчас, подожди, расскажешь до конца. Потому что хоть это нормально. Они запретили слово. Да. Вот. Так что из этих растений было видно, что там росла только трава, но в желудке мало, и чтобы определить на всю степь,
Но хорошо то, что он скушал и пыльцу. Пыльца в его желудке превратилась уже в фасильную пыльцу, а с фасильной пыльцы ее определил, приурочил каждому растению. Потом пересчитал количество пыльцы на количество растений. Мы можем говорить уже полностью о составе растительности по всей этой джунгли. И оказалось, что ученые тоже были правы, там если только травы. Никаких, никакой пыльцы ни кустарников, тем более деревьев, у них не было найдено. Вот столько много с него узнали, тогда ему выкопали в Якутске персональную пещеру в клинике, и он там теперь заседает, ожидая посетителей как музейный экспонат. Юка, тоже маленькая девочка, ну, чуть постарше, погибла где-то 6-8 лет. И у нее то, что сохранилось, в отличие от других пупей, очень хорошо сохранилась вот эта вся стопа, пятка. И видно то, как у слонов потрескавшаяся подошва есть. Uh-huh. Если посмотришь на подошву слона, не зная, думаешь, что он поранился. У мамонтов это было больше, на больше частей поделено и более шершавой поверхность, чем у слонов. Из этой тоже брали ткани мягкие ученые разных стран мира и искали тоже возможность клонировать. И в прошлом году японцы публиковали статью, кто спрашивал, ушел уже. Никита, отвечают на твой вопрос, а ты неблагодарно ушел. Иди сюда. Да, японцы в прошлом году уже публиковали, что им из мягких тканей юки получилось выделить ядро клетки. Но ядро не делится. Так что как бы не живое пока. Но японцы также говорят, что мы заставим его двигаться. Вот если заставим, то тогда уже возможно склонировать как бы не 100%. Но только большой вопрос, стоит ли это делать. Потому что если просмотреть теперешние природные условия по всему земному шару, то нигде нету такого места, где бы мамонты себя чувствовали удобно. Да, если у них, допустим, температура будет окей, то будет мало еды. Если еды достаточно, то им будет жарко, и они опять будут эволюционировать и опять переводиться в слонов. Так что стоит ли это делать? Ну, если можно только создать какой-то искусственный парк, вот как Климов показывает про парк динозавров, да? Но надо учесть, что для живого мамонта, чтобы он нормально прокормился, нужно 50 квадратных километров площади. Большой парк нужен. Мамонта, чтобы содержать одну. Да. Вот. А здесь такая печальная находка, которая свидетельствует, называется мамонт Женя. Его нашел мальчик Евгений, вот на таком крутом столе, вот здесь, в этом месте, была вмершая эта фасильная находка. Интересно то, что часть его, как мумия, вот передняя нога, задняя нога до колена, как мумия, остальное как скелет. Но эта находка почему грустная, потому печальная, что этот мамонтенок родился с возможностью развиваться только одному видео. Это патология. И пока все маленькие мамонты без бивней, все было хорошо. Но когда у него вырос только один бивень, то как ученые, которые изучали эту находку, делают вывод, что его выгнали из стада, он рос один. И хотя и один рос, с одним бивнем он достиг зрелости и захотел продлить род. Ну и тогда, естественно, пришел в стадо и начал драться с любящим самцом стада. У этого, естественно, слабленно и сильный. А так как он рос один, он не видел, как происходит эта битва, и он не отступил, когда почувствовал, что есть слабее. А так как они, ну, мамонтенки растут постоянно, они видят, как это происходит, и мамонты никогда не дрались до смерти. Если мы только на крутом склоне боролись и один нечаянно там упал. А так вот этот прыгал-прыгал против этого крупного самца, как вот мальчик-подросток бы начал драться с чемпионом кикбокса. Естественно, получил такие повреждения, от которых потом умер. А здесь про этот бивень спрашивали, то это, как видите, бивень обшарпан, обколот, и его уже местные использовали как дерево. Когда они находят вот такие красивые находки, они их не портят, потому что китайцы там постоянно крутятся в их поселках, и за такие бивни очень хорошо платят, и местные охотники говорят,
У нас теперь уже есть новые виды охоты. Мы с травками посидели бабушкой. А когда уже природа вот такой вид сохранила не совсем хорошо, вот он был, так нашли, потрескавшийся, уже не товарный вид, то они тогда его вспоминают, что у него строение как у дерева, используют вместо дерева. Потому что в Сибири, вы сами знаете, там нету деревьев. Они деревья ловят в весенних паводках, когда река несет, чтобы что-то из них делать. А тут откалывали вот такими как бы полосками. И здесь есть фотография такого. И как они говорят, что такие сани, они лучше скользят по снегу, чем деревянные. И даже во время оттепели снег к ним не прилипает, потому что кость очень плотная. А здесь вот несколько фотографий, как выглядят эти находки, как они вот открываются весной, когда оползень происходит. Вот здесь, видимо, один гривень вылез. Если будем копать, может, второй найдем. А когда посчастливится, можно найти и полный скелет. Вот теперь пойдем его посмотреть. Зимой на дну так, что очень плотный. И мамонту надо как-то достать траву. Здесь только зима начинается. И вот у него ноги-то не копытные, а копать тяжело. Хобот тоже нежный, не прокопаешь. Так они длинные использовали, чтобы вот так по снегу стучать, разрыхлять его. И даже вот приседали на корточки, на колени, и вот так еще как бульдозером работали. И тогда могли зимой кормиться. Здесь этот бизон, как выглядел, который череп мы видели. Здесь также росли, жили вместе с мамонтами, рогоносцы, да, называются, волосатые. У них два рога на носу были. Вот овцебык тоже такой веселый, очень волосатый, но сильно рога у него очень крепкие, через голову идет. Там барашки. Опасные для мамонтов, особенно маленьких, были саблезубые тигры и пещерные медведь. Ну, как взрослые защищались от них, и детей защищали. Но если ребенок куда-то нечаянно заблудился или отстал от стада, то уже было плохо. И также бегали вот маленькие лошадки, тарпанами называются, и они были вот такого роста, как маленькие собачки. Ну, людям все нехорошо. Мамонты стали маленькие, слонами ходят сейчас по земле, а лошадки выросли больших лошадей, да? И люди все хотят сделать наоборот. Хотят, чтобы мамонты опять были большие, а лошадки маленькие. Так специально выводят, делают специальные эксперименты. В Венгрии уже вывели такую лошадку, которая меньше, чем лошадка пони. Но и думают, что потом люди будут покупать и держать не дома, а вместо собачек. А здесь вот, ну как копытные, то, наверное, многоэтажках не получится, потому что соседи будут полицию вызывать. А здесь вот эта находка вильнюсского мамонта, фотография из близкого расстояния. Вот эта труба, которая попала на ту переднюю правую ногу, на кость виднее. Потом откопали заднюю правую, и вот вильни, и здесь еще был нижний череп. Сейчас не знаю, только еще не откопан или уже унесли. И, как видите, ориентация по странам мира тут крутой, поэтому на север сфотографировать кокот, то нарисовали из этих геодезических линеек указку и написали, что на юг туда, в Сау. Еще черно-белые фото такие. И здесь вот этот бок ямы, которым видны все слои, так это вот такие слоистость, это для геологов как книга. Можем читать оттуда и рассказывать про как климат менялся, какие были течения и все такое.
Если нам велели бы сделать анализ растительности, то мы брали образцы из этого слоя, не брали, потому что тут сильнее течение и пыльцу унесло. А вот из таких, где с органикой, оттуда можно брать и смотреть, что тут у нас было. Если находим пыльцу, которая там показывает, что растительность как в тундре, там еще плюс такой карликовая береза или карликовая лива, то знаем, что у нас была тундра, недалеко был край ледника и тому подобное. Ну что, пойдем смотреть? Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. But then again, we're sinful, 'cause we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is love. Stop.
can you feel it wrapped around your soul? 45 тысяч лет назад? Да. 45 тысяч лет. Это находка исключительная, потому что на данный день это самая северная находка самого полного скелета мамонта. Потому что найден там на Новосибирских островах, а не его, а чужого мамонта ему прикреплены есть только три кости. Это нижняя челюсть вот здесь чужого мамонта, потому что его не нашли. Последние левые ребро и задние правые большие кости. Угу. Остальное все того же. Того же, одного. Одного. И он, как интересно, то, что найден, если я вставлял строил. Значит, он куда-то склонился, и потом даже как он искал, Мягечка, не было дела. Из природы выбрали, то помещение, оно так и стоит, может тысячами лет стоять и не разрушается больше, если нормальные. Специальных больших условий не надо, просто чтобы не намокал на дожде, и потом не замерзал зимой, и хорошо все держится. Ну да, он стоит здесь в сухом месте. Нет, ну поставьте, посмотрите микроскоп. А можно микроскоп посмотреть? Посмотрел. А как? Он не работает. Можно как-то его настраивать в другом лагере? Нет, нет. А мы сейчас попросим всех на улицу выйти тогда, а в самом На улочке подождите Он идет как любой солдат прямо через срезанную горную колоду, и каждый минерал нам дает отдельный цвет, потому что другой химический состав. Можно я другое посмотреть? Нет, пока у меня не будет. А почему полистирольный? Потому что сдвинешь место, и будет потом настраивать надо будет. Вот биологи так смотрят. Ого, какие. Смотри, этот центр, который есть, если не сдвинули, то он в один момент, как крутит, и должен стать черным. Да, вот микроскоп сфоткать что-то, типа, что типа... Это можно, просто... А, ну, в принципе, камеру же можно поставить туда, ну да. Видите, посмотреть. А потом еще и их сдвинули. Или как-то телефон шевелится. Уже стабилизатор вроде как есть на камере. Есть, я сейчас вот увеличу прям вообще в максимум, если получится. Она поэтому... Вот так. А если покрутить, а что там еще говорили, черно-белое? Так это пока вот если крутим, один момент как будет черный, скажите, стоп, я... Ну будто бы красный потенький. Он сейчас цветной, ну здесь на камере цветной. Не-не, один момент это в центре, который такой... Черный стал, вот. А тут они серые.
Это теперь плоскостью идущей поляризованный свет, он совпал с оптической осью. Помните из физики поляризованный свет? Так вот здесь микроскоп как раз поляризует. Да, как раз вот это вводим эту вводим линзу. А для того, чтобы получить... Это поляризационная линза, которая... Да. А чтобы получить поляризационный свет, мы используем один минерал. Это очень прозрачный кальцит, называется исландским шпатом. И вот через него, как свет идет, он натурально двумя разными углами отражается. Поэтому там внизу одна линза под одним углом срезана, сюда вводим... Другую, по другому, и свет тогда сходится. Понимаю. Из планет мы ловим спектры, которые они излучают, и спектр изучаем, можем говорить, какие там есть элементы химические, даже минералы можно говорить. Три с половиной миллиарда лет как растут, да? 3,3. Вот они сейчас уже не растут, это самое. Но есть в Австралии лагуны, где и сегодня они еще. Это микробактерии. Они вот бывали такие колонии, вот здесь пошлифованы. Вот как будто облачко в воде. И они тогда питались, только брали это минеральные вещества из воды и настолько объедались, как мы говорим, что окаменевали. Ага. Вот центр окаменел, они размножаются, это микробактерии, и постоянно вот внешне живая. И вот поэтому как бы годовые кольца тоже, но это не годовые кольца, это просто такое. А они потом, когда жили сначала, даже не было кислорода в атмосфере. Но вот это их деятельность, но процесс схожий с фотосинтезом, но нельзя называть фотосинтезом. И вот этот процесс, он частично вызвал то, что в атмосфере начал появляться кислород. И у них тогда был такой эволюционный шок, как будто вот нам сейчас из воздуха выбили кислород туда, какой это водород туда пустить, серный, то не будет чем дышать. Они приспособились, немножко не сильно изменились, но начали нормально дальше продолжать жить. Да. И теперь вот в Австралии еще есть места, где они и теперь вырастают. Такие вылезают вот такие из воды, кругляки такие, суша вырастает. Спасибо большое. До свидания.